На территории 21-й школы распахнул двери крытый спортивный манеж. Юные спортсмены уже оценили качество футбольного поля. В церемонии открытия приняли участие глава округа Владимир Волков и министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Оборенов. Андрей Юрьевич Воробьев всегда подчеркивает, что наш приоритет – массовый спорт. Люберцы здесь впереди планеты всей. Это такой первый пробный шар, уже второй манеж. Еще три появятся в этом году. И мы видим, что проект пошел. И я уверен, что мы его будем трансформировать на всю территорию Московской области. На этом поле футбольном теперь на протяжении круглогодичного использования будут тренироваться ребята-школьники с 8 утра до 15 часов дня. С 15 часов дня будут заниматься спортсмены, любители спорта. Можно проводить любого рода соревнования. Хочется пожелать всем только получать позитивные эмоции, заниматься спортом, развиваться лично, укреплять свое здоровье и, конечно же, добиваться результатов. Манеж станет тренировочной базой футбольной школы «Спартак», которая создана в Люберцах 5 лет назад. В ней занимаются 750 спортсменов в возрасте от 4 до 16 лет. Это была не просто стройка, это была стройка с душой, и мы пытались воссоздать настолько душевную домашнюю атмосферу, атмосферу «Спартака», где каждый друг за друга, и чтобы еще раз, в очередной раз подчеркнуть девиз «Спартака – наша сила в единстве». Кроме тренировок юных спартаковцев, здесь будут проводить уроки физкультуры. Для учеников 21-й школы это большой подарок. Ранее у нас был один большой спортзал, и два класса занимались в этом спортзале. У нас свое прекрасное поле, но, в общем-то, мы летом на том поле занимаемся, а когда погода нехорошая, то, в общем-то, вот зал, очень хороший манеж. После церемонии открытия и разминки прошел футбольный матч между командами Люберецкого спорткомитета и воспитанниками футбольной школы «Спартак». Мы очень долго этого ждали, что построят манеж, и это очень круто для нас, для детей, для всех. Это очень большая радость. Сам стадион очень классный. Мне очень понравились раздевалки. Здесь покрытие очень хорошее. Жалко, что в шипах нельзя играть. В этом году в Люберцах откроют еще три универсальных спортивных манежа на базе 5-й гимназии и на территории двух учебных корпусов лицея номер 4. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.